В ночь на 26 апреля 1986 года реактор 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС разрушился в результате мощного теплового взрыва. Зараженные территории в радиусе 30 километров от станции превратились в строго охраняемую зону полного отчуждения. 10 июня 2006 года зона внезапно осветилась нестерпимым светом. На несколько мгновений наступила полная тишина, и было видно, как в небе испаряются облака. Потом пришел страшный грохот, содрогнулась земля. Большинство военнослужащих, охранявших периметр, мгновенно погибли. 2007 год. Ученые до сих пор не могут дать внятных объяснений случившемуся. Экспедиции неизменно заканчиваются трагедией. 2009 год. На территории зоны отчуждения, по разным оценкам, присутствует от 1 до 300 неучтенных лиц. Эти люди называют себя сталкерами и занимаются в основном поиском так называемых артефактов. В изменившихся условиях Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о немедленном проведении спецоперации «Фарватер». Причин провала операции – в зону направлен сотрудник СБУ майор Дегтярев, в прошлом опытный сталкер. С двухнедельным запасом провизии, автоматом и рацией для связи с центром он начинает свой путь вглубь зоны. У султана, короче, разговорки есть. Сохраняем. Солдаты, блин, кто же? Человек им шлепнет, что возьмется. Ну... За общее дело. Ну вас. Извините. Это брызли проклятые. Чеши, еще отольется тебе за такое с товарищем обращение. Стоять на месте! Ствол убрал! Не дергайся, понял? А я тебя гранатой! Наш тебе лимон! Thank you.
так басом. Ну ты даешь, Петруха. Какие тут нафиг кровососы? Да ты даешь. Здравствуй, сталкер. Слушаю тебя. Сейчас в натуре бэбахи с голодухи в узлы завяжутся. Твою мать! Еще немного подождем. Можно передохнуть маленько.
Гляди-ка! И гранату на десерт! Ну, как я его? Пацаны, помогите! Ишь ты, дергается еще. Бля, я маслину поймал. Получай, скотина. Возможно, еще не все. Айоп! Ну, привет! Вот такое, знает?
Показывай. Короче, артефактов малёха есть, таких еще притаранить можем. А нам, короче, надо шпалеры и снарягу такую, чтоб тип-топ, ты понял? В общем так, пацаны, что у Долга есть, у меня тоже есть. Шпалеры и снаряга не вопрос. Качество, как всегда, лучшего не найдете. Сталкерня? Какого хрена? Вы хвост привели, придурки? Мочите их, мне свидетели не нужны. Опа!
Что-то... что-то есть! Прикрой меня, ага! Готов! Но я двоих видел, так что ушки на... На прошлых жмуриках такого не было. Жмур он добрый. Жмур сейчас со мной поделится, да? Лови отвальную, фраер! На, хавай! Не втыкай, сейчас фраера припрутся!
точка! А на тебе гранату! Кушай лимончик, падла! Сырить в оба! Помянем жмуров свеженький. Опа-опа, и чё у нас ну тут? Ну чё тупим? Всё, погудели! В натуре за порядок. Ты волыны не свети, ну? Нехрен, бабла мало. Хабар, эти отряд, артефлин, на кармане в натуре голяк. Хоть бы олень когда попался с хабаром, что надо? Или лучше с баблом? Мы типа сталкеры, мы крутые!
ты даешь, Петруха? Какие тут нафиг кровососы? Ну ты выдал. Да я... Вот. Парни, не расслабляемся. Да ты чё? Бывай!
Кушай яблочко, сука! Я ж тебя гранатой, фраер! На, сука, яблочко! Почти пришли. А ну выноси, сволочи! Хоть бы косорылых каких пошмалять, а то скукотища. Отработали!
Больно! Не спать! Ждем противника! Бой окончен! Осмотреться! Отработали! Все спокойно, можно идти. Опа, зомбированный. Ждем тебя здесь.
Ищем. Зона, без поляна. На пороге старой здоровки Демидкова. Крупин зону убегает в маленький небо. Так, балабонь быстрее, чё надо? Вот это спасибо! Вытащил меня! Спасибо, братан!
жопу увидел, сразу сдрыснул. Пришлось самому отбиваться. Ну и отбился, как видите. Тварь. Ну что, привет тебе от краба. Давай! Так, ребята, мы свое дело сделали, возвращаемся. Общество. О, правильно. Стопудово. Вспомните лучше, как ваш доблестный отряд на коленях перед нами ползал, когда Наянов просился перед выбросом. Больно. Не спать. Ждем противника. Бой окончен. Осмотреться. Отработали. Больно. Держать позиции. Бой окончен. Отработали. Больно. Не спать. Ждем противника. Умеете, когда хотите. Ну, будем принимать присягу. Клянетесь служить делу долго верой и правдой, защищать человечество от агрессии зоны и всегда следовать уставу. Клянемся. Клянемся. Бойцы, поздравляю вас со вступлением в ряды долга. Слушай мою команду. За мной... Шаган! Марш! Время дорого. Рассказывай. Новый отряд, ребята. О, правильно. Хорошо сказал. Вот это правильно. Фанатиков к фанатикам. Вы у себя еще монолитовскую форму ведите. А то сталкеры иногда будут вас за нормальных людей принимают.
куда полез, сталкер? Теперь ты труп! Пошли, пошли! Все на землю! Граната! Еще не все. Рано волыны чехлить, пацаны! Уровень альфа, бета и гамма излучения замер. Электромагнитное поле сканируется. Есть рисунки! Пацаны, вы
Отвечайте! Нога! Вот сучара! На, хава! Спасибо, друг. Пацаны, выручайте! Заходи, сбоку заходи! Выручай! О, вот это реальный пацан! Спасибо, брат! Ты шути, урод! Бля, я маслину помог! Отрядную не заказывали? Смотреться! Привет, брат! Слушаю тебя! Извини, что ты пахал. Жри, ну ты... Не мандражой, пацаны! Отходим. Быстро! Отходи, отходи эту шелупонь! Вот так. Нечего мне тут. Готов. Отряд? Всегда готов. Я тоже готов.
Ох, не нравится мне все это. Все готовы. Открывай. Ладушки, поехали! Приехали. Вот и пригодились костюмчики. Оружие на землю! Быстро! Не стреляйте! Я лейтенант Соколов, СКАТ-4! Второй пилот! Следую на точку Б-28! У меня есть информация для Ковальского. Проведите меня к нему. Ты знаешь Ковальского? Ты кто такой? Зачем тебе полков? Майор Дегтярев, СБУ. Прибыл для расследования провала операции «Фарватер». Сталкеры помогли добраться до Припяти. СБУ? Какого хрена? Так и знал, что тут не все так просто. А вы думали, просто так здесь ходим, да? Зачем сразу ствол, дорогой? Не видишь, что ли? Мы свои. Мы с товарищем, мы через все прошли. Долгая дорога была. Хорошо, следуйте за мной. Без меня. У меня с военными дел нет. И с СБУ тоже. Ты! Стоять! Оставь, капитан. Пусть идет. Ладно, Ренсон. Следуйте за мной. Мне все равно, кто на кого работает.
голове сначала килограммом ваты, а потом килограммом железа. А там не посмотрим. Решил на пулю вырваться. Занять позиции. Ты будешь ликвидирован! Я ранен! Нужно прикрытие! Убьем его, братья! Я... Ты не коснешься мра! О, разведгруппа вышла на связь. Группа, прием. Здравствуй, сталкер. Эй, кто-нибудь! Попутного ветра. Хвост собачий. Спасибо, мужик. Чего? 62? Да не может быть. Thank you.
одна группа. Так, сейчас посмотрим, кто из них посланник. Часовой мертв. Вел себя неадекватно, атаковал меня. Вот. Yeah.
Уничтожаю его! Ты не скроешься от слуг Монолита. Истребим врагов Монолита. Монолита. Thank you.
браток, из меня доктор что надо. Сейчас в натуре ныкайся, ныкайся, пацаны! Рано волыны чехлить, пацаны! Ну, доставай водяру, помянем жмуров! Все, конец наступило. Оно наступило. Мутанты. Одни мутанты.
Привет, брат! Молодец! Уходи отсюда, мужик. Что думали, за дешево возьмете?
еще умрешь, враг монолита. Долетели, черти. Все-таки долетели. Стрелок, ты был прав. Зомбированные!
Не останавливаться! Бегом! Оно здесь! Бежим! А? Что? Уходим! За успешно проведенное расследование Дегтярев был поощрен внеочередным званием полковника. Отказавшись от предложенной ему штабной должности, он выразил желание направиться в зону постоянным наблюдателем от службы безопасности. Чеши, чеши! Еще отольется тебе за такое с товарищем обращение. Стоять на месте! Ствол убрал! И не дергайся, понял? Вот так и стой, не шевелись! Чтоб тип-топ, ты понял? В общем так, пацаны, что у долга есть, у меня тоже есть. Шпалеры и снаряга не вопрос. Качество, как всегда, лучшего не найдете. Сталкерня? Какого хрена? Вы хвост привели, придурки! Мочите их, мне свидетели не нужны. Опа! Я его прижал!
Козлов! Постараемся успеть. Всем быть начеку. Приказы выполнять мгновенно и четко. Мы в двух шагах от точки эвакуации.